В отношении руководителя Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 44-летней Венеры Давлиевой возбуждено новое уголовное дело. Напомним, женщину подозревают в совершении ряда мошенничеств. Сотрудники подразделения экономической безопасности выяснили, что она давала незаконные указания водителю списывать заправочной картой деньги на автомобили, которые фактически больше года никуда не выезжали, и приказывала поварам выносить с кухни и со склада продукты и передавать ей. Общая сумма ущерба тогда составила почти 400 тысяч рублей. Позже оперативники выяснили еще один эпизод преступной деятельности. С мая по июль 2017 года подозреваемая предоставила помещение интерната для организации детского летнего лагеря из расчета стоимости 7700 рублей с одного ребенка за смену. В общей сложности она получила за сдачу в аренду имущества интерната от представителя организации не менее 1 155 000 рублей, которые на счет школы-интерната не перевела.